Уже 10 лет путешествовали Розетта и Филы, когда наконец достигли пункта назначения кометы 67P Чурюмова-Герасименко. Захватывающая миссия Розетты состояла в том, чтобы следовать за кометой, пока та огибает Солнце. Розетта должна была изучить, как меняется комета, нагреваясь все больше и больше, а Филы предстояло опуститься на ее поверхность. Чем ближе Розетта подлетала к комете, тем яснее понимала, что эта комета гораздо сложнее, чем думали люди, глядя на нее в телескопы. Она была похожа на две кометы, склеенные друг с другом, а с некоторых углов казалась и вовсе чудной. Розетте пришлось несколько раз обогнуть комету, чтобы подлететь к ней совсем близко. Чем ближе Розетта и Филы оказывались к этой таинственной глыбе, тем больше чудес обнаруживали на ее поверхности. Там были кратеры, скалы и валуны размером с целый дом. Розетта неделю за неделей рассматривала поверхность кометы и отправила немало данных на Землю. Она не забыла как следует изучить пыль и газ вокруг кометы. Но на уме у нее всегда был один вопрос – где же высадить Филы? До сих пор ни один космический аппарат не пытался сесть на комету. Филы и сам начал присматривать удобное местечко, но Розетте надо было посоветоваться с экспертами на Земле. Они размышляли долго и упорно, и в конце концов нашли самое лучшее место для посадки. Теперь Розетте нужно было проложить точный маршрут вокруг кометы, чтобы Филы наверняка сел в правильном месте. Вот пришло время последних приготовлений, и Филы ждет не дождется начала своего приключения. Он проверил, все ли у него с собой, чтобы удачно сесть на комету. Розетта и Филы были все вне терпения. Амир наблюдал, как они готовятся к самому тяжелому испытанию из всех, что им выпадало. Переведено и озвучено студией Vert Dider.